Не справился с управлением и попал в аварию. В Челябинске автомобиль на скорости перевернулся. Как все было, очевидцы сняли на видео. Тему продолжит наш корреспондент. Все произошло неподалеку от ТЭЦ номер 2. ВАЗ 12 модели двигался по одной из заснеженных дорог. Но водитель не справился с управлением и улетел с проезжей части и перевернулся. Смотри. Офигеть, Гриша! На помощь водителю поспешили очевидцы. По их словам, он был пьян, поэтому и попал в ДТП. А эта авария произошла на Свердловском тракте. Дорогу не поделили Range Rover и Mercedes. Судя по этим кадрам, после столкновения машины загорелись. По словам очевидцев, в ДТП пострадали два человека, они в больнице. А людей, которые были в немецком автомобиле, пришлось деблокировать при помощи специальных инструментов. А эта авария произошла на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Здесь занесло автомобиль, который ехал в сторону металлургического района. Неуправляемая машина влетела в легковушку на встречной полосе, а потом виновник якобы скрылся с места происшествия. А это горит ВАЗ 10 модели на остановке Северокрымская. Как началось возгорание, неизвестно. Однако на место происшествия выехали пожарные. Они потушили пламя, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.